Добрый день, дорогие мои любители шитья. Сегодня мне хочется на примере вот такой вот, как я ее называю, украинской рубашки или свободной такой вот блузы для отдыха еще разочек вспомнить, которая делается на базе, классической базе рукава реглан. Посмотрите, как она выглядит. Вырез может быть любой. Показать две вещи. Во-первых, это еще раз повторить построение рукава реглан, как это делается из базовой основы, но теперь уже довольно быстро. Применить соответствующее моделирование, потому что вот такой пример мы часто разбираем с девочками на очных занятиях. На заочных занятиях я его не разбирала, конкретно вот эту вот украинскую рубашку не показывала, а моделей, фасонов, которые строятся на вот этом крое, именно вот на таком рукавчике реглан, и когда все выточки переведены в горловинку. Вырез горловины может быть любой, больше, меньше, закрытый, открытый, спадает с плеч, не спадает с плеч. Это ваше дело. Нам сегодня нужно понять принцип. И также форма вот этой рубашки может быть другая, любая. Я показала А-силуэт, когда мы применим лучевую раздвижку комбинированную. И рукавчик может быть А-силуэта. Вы можете сделать параллельную раздвижку. У вас будет прямоугольничек такой достаточно широкий. Можете сделать лучевую раздвижку, когда у вас будет драпировки много здесь и мало здесь. То есть перевернутый вот такой можно делать треугольничек, применять разные виды раздвижки. Неважно что, важно понять суть, как это все делается. И на базе, я считаю, вот это классическим таким вот, одним из классических вариантов нашей повседневной одежды, одежды для отдыха, платье санатории того же самого, полюбившегося всем нам, когда оно свободное, летящее, выполнено из различных тканей, имеет совершенно разные назначения. То есть в базе вот этого платья санатории в том числе может лежать наша вот такая вот, вот такой вот крой, который я условно называю украинской рубашкой. Для каких размеров это подходит? Для абсолютно для любых размеров. И худеньких, и средненьких, и довольно полненьких девушек. Это все тоже будет подойдет, подходить, вы будете только манипулировать прибавками. Итак, все начинается с технического задания. Как всегда, ни шагу не делаем без того, чтобы не проработать на листочке формата А4 три вещи. Первое – это технический эскиз полочки и спинки. Я показала разные рукавчики, вы понимаете, да? Может быть короткий, может быть форма разная, да? Можно здесь его еще каким-то образом интересно сделать, отрезать. Но неважно. Второе – это обязательно мерки. Вот вы выписали условные мерочки, условной нашей условно-типовой фигурки. И, конечно, мы должны обязательно выбрать прибавки. Что у нас есть в базовой конструкции? У нас есть вот такая вот базовая конструкция. Это у нее полочка, это у нее спинка. И в основе вот этой базовой конструкции всегда будут лежать свои собственные прибавки, которые подходят именно к этому фасону, который мы сегодня выбрали. Так что подходит к этому фасону? Конечно, это достаточно свободная будет прямая форма. То есть прибавка по груди 4-5, прибавка по бедрам сантиметра 3 как минимум, и прибавка к обхвату плеча это 5-6 сантиметров. Это прибавочки небольшие, но они достаточные для того, чтобы обеспечить определенный комфорт. Учитывая то, что мы будем применять еще раздвижки, чтобы сделать это изделие еще пошире, вот этого нам будет вполне достаточно. Итак, приступаем к работе. Техническое задание у нас есть, цель нам ясна, мерки ясны, прибавки тоже. И мы с вами построили, вот я сделала вам такой набросок, вот такую вот спинку и вот такую вот полочку. Все. Не буду очень подробно рассказывать моделирование, вернее, построение рукава реглан. Просто сейчас быстренько это сделаю с целью, чтобы поберечь ваше время. И вот это будет рукавчик, который мы будем сюда использовать. Рукавчик сделала тоже прямой, потому что не нужен он зауженный к низу, потому что мы будем его еще больше дальше расширять. Итак, у нас есть, как всегда, базовая основа. Что нам хочется с ней сделать в первую очередь? Нам хочется построить рукав реглан. Где мы будем работать? Рукав реглан – это линия, которая соединяет
линия реглана всегда находится на горловинке в какой-то из ее точек, чаще всего классический, и уходит куда-то в пройму. И поэтому мы работать будем вот в этой области, и, конечно, вот эта выточка нам будет мешать. И чтобы она нам не мешала, мы поступаем всегда следующим образом. Мы ее отсюда убираем. Убираем временно. Ну, я чаще всего в данном случае убираю ее вот сюда. Поэтому из точки С влево построили перпендикуляр. На серединку переда. Вот сюда построили перпендикуляр. Сейчас нарисую это поярче, нашу серединку, чтобы вам было виднее. Вот так, это линия талии, это линия низа. Чтобы убрать вот эту выточку, мне сейчас надо закрыть. Поэтому как я поступаю? У меня есть вот какая-то базовая вот эта вот выкройка. Вот она у меня есть, да, я ее здесь обводила. Где у меня находится вот эта точка? Вот она, эта точка. Где она у меня на выкройке? Вот она, эта выкройка. Значит, я ее отмечаю на выкройке. Сначала в тетрадке или на бумаге, потом на выкройке. Потом ставлю вот сюда карандашик и начинаю выполнять поворот таким образом, чтобы вот эта выточка нагрудная у меня закрылась. Смотрите, вот так вот она у меня закрывается. Сомкнулись стороны вот этой выточки. Так, еще разочек, где у меня там была точка. Вот она, эта точка, хорошо. Сомкнулись стороны вот этой выточки. Вот так. И куда у меня попала эта точечка новенькая? Вот она. И серединка переда перешла вот сюда. И горловинка перешла у меня вот сюда. Убираем. Появилась верхняя сторона нагрудной выточки, которая перешла в серединку. Значит, ушла отсюда, пришла вот сюда. И моя полочка теперь выглядит вот так. Так, плечо, пройма, и это все как было, так и осталось. Выточка нагрудная вот здесь. И центральная часть полочки вот здесь. Вот с этим фрагментом мы сейчас с вами и будем работать. После этого то же самое я могу сделать вот с этой выточкой на спинке. Для этого точно так же вправо провожу перпендикуляр, отмечаю вот эту точечку, укладываю снова свою основку, которую до вас обвела, да? Отмечаю место этой точечки на своей основке, ставлю сюда карандашик, поворачиваю свою выкройку уже влево для того, чтобы закрылась выточка. И от этой точечки обвожу только верхнюю часть. Вот так. И начало своего плечика. Вот так. Вот что у меня получилось. И, конечно, достраиваю сейчас верхнюю сторону своей выточки. Вот так. Плечика у меня получилось вот такое целое, ярко его обвожу. Горловинка идет сюда, и верхняя часть середины спинки теперь вот здесь. Эта выточка плечевая открылась сюда, и дальше все как было, так и осталось без изменения. Двигаемся дальше. Проверка после любого моделирования. Прежде всего, проверяем плечика. Здесь 13, можно написать 13. Здесь сколько? Здесь смотрим аж 14,5 сантиметров. Ну, правильно, потому что у нас была посадка. Мы будем с вами работать с фасоном, который, рукав реглану которого будет промежуточным. И чтобы все линии потом совпадали, я те посадки, которые необходимо закладывать для конечного варианта реглан, посадка вот по спине, посадка вот в этой части рукавчика, я их убираю. То есть никаких прибавочек не будет, посадок не будет для того, чтобы линии все сходились. Значит, если у меня плечико здесь 13, оно и здесь должно быть 13. Куда-то надо деть эти 1,5 сантиметра. Смотрите, куда дену. Сантиметрик уберу со стороны проймы. Ну и какие-то 5 миллиметров я уберу со стороны горловинки. И горловинка у меня будет выглядеть вот так. А пройму я немножечко переоформлю. Она мне, собственно говоря, не будет нужна. Я вот так вот ее сейчас покажу и все. Сейчас меня интересует вот эта точка и вот эта точка. Эта точка у меня P2. Эта точка у меня всегда P1. Дальше я поднимала точки P1 и P2 на 1,5 сантиметра вверх, подвинулись,
переоформили свое плечико. Начинаем построение на спинке. Эту тоже подняла на 1,5 сантиметра вверх и переоформила свое плечико. На 1,5 сантиметра вверх мне вот эти вот 1,5 сантиметра нужны для свободы моего изделия в конечной точке плеча. Когда я их не поднимала, здесь возникало какое-то напряжение. Поэтому сейчас я немножечко их поднимаю, чтобы было легче. После этого я выполняю перевод плечевого шва со спинки на полочку. Я на 1 сантиметр, чтобы заднюю часть рукавчика сделать пошире. Здесь я спускаюсь на 1 сантиметр. А вверху я, соответственно, поднимаюсь на этот 1 сантиметр для того, чтобы мое средний шов, который будет проходить посередине, вот здесь, не заваливался на спинку. Итак, посмотрите, я выполнила перевод плечевого шва со спинки на полочку. Я не буду очень быстро, очень детально про это рассказывать, а все равно рассказываю. Видите, какая я. Это все очень подробно написано в книге. Это очень подробно и хорошо снято. Здесь на YouTube-канале вы можете пойти посмотреть. Это также присутствует очень подробный урок в моей видеошколе, который идет на сайте kolomeyka.ru. Можете везде посмотреть источники, как это все и для чего делается. Так, пояснение постараюсь не писать. Вот так. Это же плечико я нарисовала соответствующий ему разрезик на рукавчики, на основном рукавчике, на заготовке основного рукава. И разрезаю таким образом свой рукавчик, чтобы передняя половинка была на сантиметр уже, задняя половинка, соответственно, шире. Ну, не на сантиметр, здесь практически на 2 оказалось. Убираем в сторону заднюю половинку. Работаем только с передней. Посмотрите, здесь у нас есть где-то вот в этом месте точка. Один точка касания вот этой нашей линии мерочки, которая шага 2. Что я делаю сначала? Я сначала дружу идеально нижние части рукава и проймы. То есть я вот так вот укладываю, совмещаю вот эти точки и отмечаю общую точку, вот так перечеркиваю, в точке 1. Называю ее О1. О1 у меня получилось, да? При необходимости подчищаю линию вот эту. Ну, у меня очень хорошо совпадение идет почти идеальное, подчищать ничего не буду. После этого я переворачиваю рукавчик вот так, поярче прорисовываю вот эту вот общую точку касания и двигаю таким образом, чтобы у меня совпали теперь уже вот эти точки. Я могу, вот я подвинула, нижние части у нас идеальные, верхние части, сейчас я с ней буду работать. Вот это у нас будет посадка. Посмотрите, я могу вот так вот положить свой рукавчик, а могу, вот это будет вточной рукав. Он будет прекрасно сидеть на фигурке. Вот такое направление рукавчика почти по боковым швам. Видите, какой поворотик у рукава? Он будет прекрасно сидеть на фигурке. Могу сделать, но не будет давать большого подъема рук наверх. Могу сделать немножко вот такой вот, усилить вот этот наклон, сделать, выбрать наклон вот такой. Перекрываю таким образом верхнюю часть проймы на 1,5–2 сантиметра вот в этом месте. Вот в этом месте на 1,5–2 сантиметра перекрываю. Могу сделать вот так вот, вот такой выбор даже дать. Это уже будет у меня рубашечный рукав. Не вточной реглан, а реглан будет рубашечный. Я не очень люблю рубашечный рукав, потому что да, он широкий и свободный, он очень удобный, но в то же время он имеет определенные заломы. И я не очень, напряжение возникает, и поэтому я выбираю, как всегда, не то, не сё. То есть я выбрала вот такое, вот такое положение. И когда мой окат рукава перекрывает мою пройму, вот в этом месте, вот здесь, посмотрите, где-то на 1,5 сантиметра. И после этого я аккуратненько обвожу свой рукавчик. Таким, каким он у меня есть. Можно было бы сделать его покороче, для того, чтобы побыстрее это все вам показывать. Ну, ладно уж, как есть, так есть. Вот я его просто спокойно обвожу. И вот что у меня получилось. Так, так, что там у нас по времени? Ну вот, мои хорошие, такая тема, она непростая.
Не уложится мне в один урок сегодня. Придется разбить на две части. Но я не буду оттягивать вторую часть надолго, чтобы вам тоже было понятно. Вот это мы сделали. Вот это контрольная точка. Она у нас показывает, буква R, высоту оката рукава. Берем циркуль в руки. Измеряем расстояние от конечной точки плеча. Она у нас, вот она, P1, уже спущенное плечико, до этой вот контрольной точки, до буквы R, вот оно. Переводим, ставим ножку циркуля в точку P2 и проводим вот такую дугу. Для чего? Для того, чтобы длина рукавчика верхнего шва, вот длина верхнего шва была одинаковой. Здесь получили, сюда перенесли. И берем заднюю половинку рукава реглан. Делаем с ней то же самое. Посмотрите. Соединяем вот так вот нижние. Вот здесь вот эти точки соединяем друг с другом. И выбираем общую точку, ну, наверное, вот скажем, вот здесь где-то, где они у нас пересеклись. Тоже в районе, можно сказать, точки 2, можно чуть пониже. Так, и теперь уже совмещаем, переворачиваем рукавчик и совмещаем вот эти общие точки. Совместили друг с другом. И делаем вот такой вот поворот. Делаем поворот для того, чтобы у нас высота оката рукава или буква R попала вот на эту нашу дугу. И уже вот в таком состоянии мы будем обводить наш рукавчик. Из-за того, что я здесь не заложила посадку, у меня наклон, ну, стал вот такой, какой он стал. Для широкого рукавчика это нормально. Сейчас мы его прорисуем, проработаем. Так. Так. Здесь мы уже ничего не выбираем. Выбрав один раз, мы заднюю половинку строим по нему. Так. И вот так. Значит, вот эти расстояния одинаковые. Мы построили заднюю половинку. Видите, она шире. Рукавчик задний гораздо получился шире, чем передний. Этого я и добивалась, потому что когда у вас рукавчики одинаковые, тогда вот этот шовчик будет заваливаться назад. Оформляем переход от плеча к нашему рукавчику. Для этого можно сделать вот так. Видите, какой плавный переход к конечной точке плеча. То же самое здесь. А здесь, смотрите, немножко не дотягивает. Капельку не дотягивает из-за поворота. Давайте сделаем, чтобы дотягивало. Поэтому возьмем и вот так переоформим. Добавили как бы немножко пустоты вот здесь. Ничего страшного. И сделали вот такой вот плавный переход от плеча к рукавчику. Вот и все. Тоже это все у меня получилось. Дальше. Мы оформили верхний шов на спинке, мы оформили верхний шов на полочке. Теперь внимание, мои хорошие. Мы можем сразу нарисовать нужный нам вырез горловинки. Ну, давайте сделаем его таким достаточно открытым. Помним, что если вот эта серединка нашего плеча, то наш лифчик живет во второй половинке. Но мы все равно хотим немножко по открытию сделать. Давайте сейчас вот такую вот мы выберем выкройку, да? Сколько это я сняла? Насколько я расширила горловинку? На 8 сантиметров. Значит, на спинке я должна сделать то же самое. На 8 сантиметров я вот сюда также расширяюсь. Так, теперь на полочке. Я хочу углубиться. Подошли к зеркалу. Измерили расстояние от тюремной впадинки до нужной вам глубины выреза. Я вот сюда, допустим, хочу. И после этого я оформляю вот такую горловинку. Раз. Это у меня вырез горловины спереди. Что я хочу сделать сзади? Я хочу сзади сделать не так много. Помните, так сильно вырезать сзади нельзя, потому что это все-таки спинка. Надо, чтобы были определенные ребра жесткости. И вот я выбрала впереди вырез, и я выбрала вырез сзади. Дальше. Вот у меня общая точка впереди. Мне нужно из общей точки
Давайте ее найдем здесь. Здесь она будет у нас вот тут, общая точка. Так, вот она будет общая точка. Мне нужно на горловинку отвести вот такую вот линию реглана, выбрать линию реглана. Поэтому я ставлю сюда карандашик, беру свое лекало и из точки О1 я рисую линию реглана, какая мне нравится. Но я слежу за тем, чтобы были красивые переходы в рукав и в пройму. Вот такой вот я сделала выбор. Могу поставить вот здесь еще контрольную точку, вторую, потому что она мне поможет сметывать мой рукавчик. Это первая, это вторая. И то же самое я делаю сзади на спинке. Нижние части у нас по определению одинаковые. Вот это у меня общая точка. И я уже выбираю положение. Я люблю прямые углы, поэтому я стараюсь где-то прямой уголочек держать и на своих вот этих вот, или похоже на него, вот так вот, да, чтобы прямой уголочек был вот здесь, между линией проймы. Ну и вот, и посмотрите, что у нас получилось. Вот так вот мы быстренько построили с вами рукав реглан. Сейчас я вот это обведу. Мне нужно обвести его другим цветом, для того, чтобы вы его хорошо увидели. Вот эта выточка мне здесь мешается. Я ее переведу вот в этот перпендикуляр, разрежу и спрячу туда. Здесь мне мешается, здесь эту выточку я тоже переведу в горловинку. Так, так, вот посмотрите, что у нас получилось. Так, что мне хочется? 21 минутка уже идет. Мне хочется показать вам результат того, что у нас получилось, а потом уже перейти дальше. Итак, посмотрите. Вот это у нас будет полочка рукава реглана, чтобы вы хорошо-хорошо ее видели. Так. Здесь остается пока жить нагрудная выточка. Мы сейчас сделаем перерыв. Я все это пересниму, вырежу, чтобы не тратить ваше время. И во второй части мы уже выполним завершающее моделирование, которое нам необходимо для того, чтобы решить поставленную задачу. И вот это у нас будет спинка. Так. Так, на спинке пока у нас вот эта выточка здесь остается. Она нам, конечно, там не нужна, мы от нее тоже избавимся. Вот. Если на полочке я ее часто оставляю, то на спинке я, как правило, убираю ее сразу вот в этот вот перпендикуляр. И что у нас осталось для рукавчика? На полочке рукавчик выглядит. Здесь общая линия для него. Дальше идет вот сюда, и вверху мы получаем вот такую вот форму. Так. Так. Вот это передняя половиночка нашего рукавчика, с которой мы еще не закончили работать. И вот это задняя половинка нашего рукавчика. Это вырез горловинки. Пока никаких драпировочек здесь нет. И вот чтобы они у нас по модели появились, мы будем с вами выполнять вторую часть. Во второй части нашей работы мы будем с вами выполнять уже второй шаг в моделировании, то есть преобразование классического рукава реглан вот в такую вот модель, которая может лежать в основе любого летнего платья, блузы, туники, всего-всего чего угодно. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующей встречи, она будет довольно скоро.